эфире служба новостей «Саров-24» в студии Марии Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На заседании думских комитетов депутаты рассмотрели итоги приватизации за прошлый и планы на этот год. Снесут и построят новый дом. Начался демонтаж общежития на улице Зернова. Разноцветная масленица в парке имени Зернова. Прошли народные гуляния. Далее расскажем обо всем подробно. Добрососедские отношения решили скрепить на бумаге подписями и печатями. На совместном заседании думских комитетов народные избранники рассмотрели проект соглашения о межмуниципальном сотрудничестве Темниковского района и Сарова. Предложение подписать такой документ поступило от главы Темникова еще в прошлом летом. Все это время текст корректировали. Свои правки внесли администрация Сарова и ядерный центр. В итоговом варианте соглашение затрагивает все сферы деятельности муниципалитетов и их жителей. От налаживания торговых связей до совместных проектов в области образования, спорта и культуры. В рамках договора предполагают продвигать совместные проекты и проводить фестивали, выставки, развивать взаимное сотрудничество. На 77 миллионов рублей пополнился бюджет города Сарова в прошлом году в результате приватизации муниципального имущества. Это почти на 5 миллионов больше, чем планировалось. На совместном заседании думских комитетов председатель КУМИ представила отчет о выполнении программы приватизации за 2019 год. 72 с лишним миллиона – это денежные средства от продажи, 115 тысяч рублей – это денежные средства по тем договорам, которые были заключены ранее и поступали в 2019 году, и 4 249 000 – это денежные средства, полученные за счет погашения обязательств, приобретенного в рассрочку до 2019 года. В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, в прошлом году ушел с аукциона магазин «Заречная» за 44 миллиона, магазин «Звездные» продали посредством публичного предложения за 27 миллионов рублей, за магазин «Сказка» и склад выручили 7 миллионов рублей. Нежилое помещение по адресу улицы Ленина, дом 60, 5 раз выставляли на торги, но они не состоялись, поэтому будут менять условия приватизации. Унитарное предприятие «Лифт-ремонт» утратило статус муниципального и преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. В этом году запланирована продажа гостиницы «Центральный» посредством аукциона. Начальная стоимость лота – 43 миллиона 300 тысяч рублей. Данный объект обременен договором безвозмездного пользования нежилым зданием от 22 января 2008 года. Заключен между Комитетом по управлению муниципальным имуществом и Федеральным ядерным центром. Этот момент и стал ключевым в обсуждении. Если гостиницу продадут, новый собственник сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор. Поэтому руководство ядерного центра вышло с предложением перенести приватизацию гостиницы на следующий год. В этом году там планируют размещать делегации, которые будут прибывать в город на празднование 75-летия атомной отрасли. Если гостиница так нужна ядерному центру, почему он ее не купит? Рано или поздно гостиница все равно уйдет с молотка. Такая ситуация, что мы уже мы не прекращаем вести переговоры с Москвой, да, но никак у нас нету подвижек каких-то, никаких в этом плане, потому что они все упираются на то, что это не профильное имущество, и Росатому это невыгодно. Депутаты рекомендовали проработать все пути решения проблемы и рассмотреть вопрос аренды гостиницы ядерным центром. Подрядчик начал демонтировать бывшее здание общежития на улице Зернова, 24. Снести дом планируют до конца недели. Напомним, что по итогам аукциона новое здание построит ООО «Стройинвест-С». После введения многоэтажки в эксплуатацию 30% квартир муниципалитет безвозмездно передаст очередникам. Сдача объекта запланирована на 2021 год. Сравнять с землей общежитие по адресу улицы Зернова, дом 24, решили еще в апреле 2019 года. Администрация города заключила с компанией «Стройинвест-С» договор об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса. Подрядчик обязан снести ветхое здание, а на его месте возвести многоквартирный жилой дом. В этом доме 30% площадей квартир обязаны передать администрации. Администрация обязалась выполнить все мероприятия по подключению построенного дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Застройщик приступил к демонтажу здания. Строители уже выполнили работы по переносу электроснабжения, связи, защите теплосети и канализации. После сноса выполним работы по геологии. Потом сейчас в настоящий момент идут запросы по техническим условиям подключения этого дома. Планируется дом построить это примерно на 40 квартир, 4-4-этажный кирпичный дом. То есть, и после того, как будут выполнены отчеты все по делу, по инженерным изысканиям,
и выполним проект, пройдет экспертизу. По словам главного инженера ООО «Стройинвест-С» Ивана Большакова, территория будет полностью готова к застройке через месяц. После проведения всех экспертиз и разработки проектно-сметной документации компания приступит к возведению нового здания. Жилой дом подрядчик планирует сдать в октябре 2021 года. Нижегородцев приглашают принять участие во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда-2021». Это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Двух победителей проекта определит масштабное голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки. Председатель жюри конкурса – композитор, народный артист России Максим Дунаевский. Возраст участников – от 16 лет. Онлайн-кастинг продлится до 15 марта 2020 года. Победитель конкурса получит финансовые средства на профессиональное продвижение. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президент России Владимир Путин дал задание проработать вопрос о расширении границ Сарова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления. До 1 ноября этого года правительство России должно представить главе государства свои предложения по расширению границ города. Детскую музыкальную школу имени Балакирева ждет капитальный ремонт. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, деньги на эти цели выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». 14 миллионов рублей потратят на обновление кровли, входной группы, фасада и благоустройство окружающей школы территории. Все работы планируется завершить уже в этом году. В этом году единый госэкзамен в Сарове будут сдавать 584 человека. Как сообщили в департаменте образования, самыми популярными предметами по выбору стали физика и обществознание. Их будут сдавать 247 и 173 выпускника соответственно. Информатику и ИКТ напишут 98 ребят. Наименее популярными по-прежнему остается литература, ее убрали 36 выпускников, и география. Экзамен по этому предмету будут сдавать 6 ребят. «Слышать всегда» – под таким лозунгом проходит в этом году День охраны здоровья уха и слуха. Почти 500 миллионов людей на планете страдают нарушением слуха, и из них более 34 миллионов – дети. Начиная с 2014 года, 3 марта под эгидой Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день слуха, который призван повысить информированность общества по предупреждению тугоухости и глухоты. Лучше предупредить, чем лечить. Это правило как нигде подходит к профилактике тугоухости и глухоты, причинами которых могут стать наследственность, нарушение внутриутробного развития, инфекционные заболевания, травмы головы. Но помимо этого, привести к потере слуха могут, на первый взгляд, безобидные вещи. Сейчас в современное время что у нас происходит? Это влияние шума. Дискотеки, ночные клубы, стадионы, концертные залы, бары всякие, даже фитнес-центры. Потому что очень громкая музыка, а это ведет к чему? При раздражении слухового нерва и волосковые клетки вот эти отмирают, то есть мы нервный импульс не воспринимаем. О том, что спровоцировать нарушение слуха могут менингиты, отиты, знают многие. Но не все отдают себе отчет, что могут навредить здоровью, когда начинают самостоятельно чистить ушные проходы. А это один из главных запретов, которые нужно соблюдать. Как говорится, не лазить в уши ушными палочками, спичечками, шпилечками. То есть мы здесь что делаем? Сами инфекцию в себе вносим. Не зря природа придумала, что сера – это не просто сера, это защитная смазка. То есть она защищает наше ухо от попадания вредных микробов. Еще одной причиной снижения слуха может стать нарушение техники безопасности на производстве, когда профессия человека связана с постоянным и громким шумом на рабочем месте. Чтобы сохранить остроту слуха в таких экстремальных условиях, специалисты советуют обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Наушники обязательно, беруши обязательно. Для этого существует у нас инженер по технике безопасности. Но, как правило, многие этим пренебрегают. А когда уже последствия сказывают, тогда уже труднее лечить. Потому что медикаментозно, к сожалению, не лечится. Поэтому доктора рекомендуют беречь органы слуха и не подвергать их длительному воздействию громких звуков свыше 80 дБ. Не слушайте долго громкую музыку, выполняйте назначения врачей и берегите свои уши. Одни считают, что писатель – это настоящая профессия, другие определяют ее как некий дар свыше. Но без этих мастеров художественного слова общество не могло бы развиваться и совершенствоваться. Чтение – это одна из немногих возможностей прожить сразу несколько жизней в одном теле и понять, как воспринимают этот мир другие люди. 3 марта отмечается Всемирный день писателя. Писательскую карьеру Александр Ломтев начинал параллельно с журналистской. По работе неоднократно бывал на войне в Чечне. События, которые тогда происходили в зоне боевого конфликта, вдохновляли
вдохновили его на создание первой книги романа в рассказах «Путешествие с ангелом». Появилась такая вот повесть «Ичкериада», которая вошла вот в этот роман «Путешествие с ангелом». Это была первая публикация. Она была издана Союзом писателей в издательстве «Ихтиос». Книга вышла тиражом в 2000 экземпляров. Разошлась она моментально. После этого успеха Александр стал больше заниматься литературой. Сейчас на счету писателя около 10 книг и сотни публикаций в журналах нашей страны и зарубежья. Я не любитель быстро-быстро издавать много книг. У нас есть такие любители. Ну, у меня как-то вот... Я считаю, что нужно постепенно собирать осмысленно, чтобы книга была либо какой-то полноценный роман, либо сборник осмысленный такой, чтобы какая-то сквозная линия была в этом сборнике. Поэтому не тороплюсь издавать книги, а вот печатаюсь много. Александр не помещает себя в какие-то рамки. Жанры и темы его произведений разнятся. По его словам, определяющую роль играют события, которые происходят в жизни мастера пера в тот или иной момент. Идея сюжета может возникнуть внезапно. Главное – успеть ее зафиксировать. Писатель увлекается полетами на параплане и плаванием на большие расстояния. Хобби стало источником вдохновения для создания рассказа за монета. В Тихой бухте, это рядом с Коктебелем, есть такое место, где в 2-3 километрах от берега скалы. Дно там не всегда глубокое, иногда его видно. Ну, вот эти водоросли, красиво все. И пока плыл, у меня вдруг, вот именно под впечатлением того, что я там видел, родился этот рассказ, который называется «Монета». Ну, там герои находят старинные монеты, потом оказывается, что эти монеты перенесли его в прошлое. Ну, в общем, это читать надо. Так вот, я этот рассказ написал полностью в голове, вот пока плавал. Когда я вернулся, я побежал сразу к своему этому дневничку и начал его записывать. Сейчас Александр Ломтев работает над романом о советском человеке с чертами характера и душевными качествами Серафима Саровского. Это не первое произведение, которое связано с историей и бытом нашего города. Среди таких – повести «Дядя Вася» и «Финский дом». Блины на открытом огне, валеночные бои и русские народные песни в парке имени Зернова проводили зиму. В последний день масленичной недели горожане водили хороводы, участвовали в шуточных состязаниях и, конечно, пекли и ели блины. Яркую концертную программу подготовили творческие коллективы города и народный ансамбль из Владимира. Подробности в следующем репортаже. 40 литров теста в этом году приготовили сотрудники Центра развития культуры и искусства для блинной поляны. Второй раз они пекли блины на открытом огне. В качестве костра использовали финские свечи. Огонь разжигали внутри высоких пеньков. Этим занимаются охотники. То есть в лесу, когда они остаются на ночлег, и любой. То есть это как бы система выживания. Не обжечь руки и испечь румяный блин на открытом огне – задача непростая. Но Михаил Воинов ловко управлялся со сковородой и успевал давать советы своим коллегам, как правильно перевернуть блин. Здесь огонь не отрегулирующего, да, то есть нужно самому немножко быть шустрым в этом плане, то есть чтобы не сгорел, не подгорел, допекся правильно. В этом году на масленицу в парке было многолюдно. Яркое солнце и легкий мороз в первый весенний день манили горожан на свежий воздух. Народные гуляния в парке привлекли саровчан от мала до велика. Каждый мог выбрать себе развлечение по душе. Одни гуляли по аллеям и участвовали в творческих мастер-классах. Также по традиции уже из года в год мы организовали творческую площадку. И это изготовление маслен. Маленькой куклы-масленицы, которая тоже пользуется огромной популярностью. Другие от души танцевали и водили хороводы на площадке «Игровая масленица». И дети, и взрослые принимали участие в конкурсах и народных играх. Впервые в этом году организаторы праздника сделали специальную зону – валеночные забавы. На которой мы устраиваем и валеночные забеги, и валеночные шуточные бои. Также ищем пару валенку, да, допустим, находим, прыгаем через костер. Все это валеночные игры. Яркую концертную программу подготовили творческие коллективы нашего города – и гости из Владимира. Вместе с артистами жители города пели фольклорные песни, вспоминали старинные традиции и плясали под русские народные композиции. По традиции на масленицу работали карусели и фотозоны, где каждый желающий мог примерить на себя образ заботливого хозяина или хозяйки. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.